Короче, в какой-то кафешечке в Минске находимся, Республика Беларусь, да, соседняя страна, там 8 часов хода на машине. Смотрите, мы сколько жрачки купили, вы офигеете. И отдали 1100 рублей. Короче, тут 2 цезаря, 2 плова, охренеть, 2 кофе. И еще по ошибке она мне вот это вот зафигачила. Я говорю, донор, ну типа, короче, шаурмы наши. И вот смотрите, что по чеку получается. Ну, здесь, ребят, слезы, да, вот эту сумму, да, итого 47, на 24 умножаете и получим там 1000 с небольшим. Короче, приезжайте жрать, ребят.